В этом выпуске совмещаем жанры. Зажигательный квартет. Спустил на землю. Допрыгался. С каждым выпуском удивлять зрителей становится все сложнее. Уничтожение врага в воздухе было. Уничтожение врага, будучи вверх тормашками, тоже было. Таким уже не впечатлить искушенных знатоков. Надо придумать что-то новое. Точно. Совместим эти два жанра в одном эпизоде. Викс Макс, как думаешь, справишься? Молодец. Все как и требовалось. 1000 монет твои. Честно заслужил. Продолжая тему улучшения уже бывавших красаут-шоу моментов, обратим внимание на ролик Unknown Identity. Он умудрился сделать мультикилл невиданных масштабов. Уничтожение двух и даже трех машин одним кликом мышки мы все уже смотрели. Следующая стадия, разумеется, 4 врага за один залп. Для осуществления нехитрого подвига автору потребовалось всего 2 зажигательные бочки. По 2 противника за бочонок — неплохой курс. А если еще и золотыми монетами посчитать — вообще огонь! Поздравляем с победой! Далее по списку у нас видос от NX1994Freak. Парень потерял все пушки, кроме гарпуна, но все равно хочет принести пользу команде. К счастью, под руку подвернулись 2 нужных вещи — противник и обрыв. Автор немедленно прицепился к первому и спрыгнул со второго, значительно ограничив врагу возможности маневра и постоянно подтягивая его край. Немного поборовшись за жизнь, горящий оппонент все-таки падает и разбивается в лепешку. Достойная награда за труды. Еще и голды сверху накинем. Косарь выслан на счет Inex Freak. Гейзеры — штука полезная, но опасная. Разумеется, прыгая на фонтанах кипятка, можно увернуться от уже летящего у вас врага или снаряда, вот только в полете вы никак свой маршрут не поменяете. А значит, становитесь идеальной мишенью для тех, кто хоть немного умеет стрелять на упреждение. Например, для табуретка. Боец оказался в нужном месте в нужное время и подстрелил прыгуна, превратив его тачку в помятый остов, не представляющий никакой угрозы. Поймал момент во всех смыслах. 1000 монет достается табуретка. А теперь пора выбрать лучший комментарий к прошлому выпуску. Генка 1-2-3 сказал: «Когда Робин Гуд сел поиграть в красавь». Друзья, обращаем ваше внимание, что процесс зачисления золотых монет может занять до 5 рабочих дней. Каждую неделю мы отбираем 4 ролика победителя, которые поразят нас тем или иным способом. Будь то смех до колика в животе или упавшая челюсть от крутости происходящего. Хочешь попасть в наше шоу и выиграть бесплатного золотишка? Все зависит только от тебя. Теперь давайте обозначим правила участия. Шаг 1. Запиши и смонтируй видео длиной до 3 минут, которое, как тебе кажется, достойно попадания к нам в программу. Внимание! Видео должно быть опубликовано впервые. Закрытые видео и видео с доступом по ссылкам мы не принимаем. Видео также не может нарушать авторских прав третьих лиц или компаний. Шаг 2. Подпишись на наш канал, а также поставь лайк этому видео. Шаг 3. Залей свое видео на YouTube и пришли нам ссылку на crossoutshow@gaijin.ru, обязательно указав в письме название своего игрового аккаунта и электронную почту, привязанную к нему, чтобы мы могли зачислить твой приз в случае выигрыша. Каждую неделю мы награждаем 4 победителей суммой в 1000 золотых. А еще мы отсыпаем по 300 золотых за лучший комментарий недели. Так что снимай, присылай, смотри и комментируй. До встречи через неделю.